Московское шоссе вновь затопило. Прорыв произошел около моста в четверг вечером. Не выдержала труба водопровода. На ней сломалась запорная арматура. Чтобы устранить протечку, сотрудники водоканала выехали на место ночью. Утром из колодца откачали воду, чтобы можно было заменить задвижку. Также для проведения ремонтных работ отключили подачу воды в близлежащих домах. Ее не было с 9 утра до 4 часов дня. Сейчас разобрали камеру, сейчас подготавливаем болты, демонтируем задвижку, ставим новую, потом смонтируем камеру и засыпем все. Щебенку все сделает. Движение откроет. Работы планируют завершить до 12 часов ночи. Сотрудники водоканала признаются, что задача является для них типичной, поэтому проблем возникнуть не должно. Напомним, что прорыв в том же месте произошел в мае. Тогда вода сочилась из трубы целый день. Трещина была небольшая, около 10 сантиметров. Над трубой провалилось около полуметра дорожного полотна. Эти повреждения не связаны. Тот был на напорном коллекторе, то повреждение. Сейчас работа на водопроводе. Тогда сотрудникам водоканала пришлось восстанавливать лестницу. Она тоже пострадала от прорыва канализации. Обвалились 4 нижние ступеньки. В этот раз лестница и дорожное полотно не пострадали. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».